Салам алейкум. Здравствуйте. Вот я приехал с Кабардино-Балкарии и хотел принять опыт садоводов, овощеводов. Вот сейчас мы находимся в саду. Молодой сад, трехлетние деревья. Что я отсюда взял? Я узнал, что когда сажают саженцы, в течение 3 лет каждую весну надрезают ствол, чтобы он раскрылся, стал больше в диаметре, быстро рос, укоренился. Яблоки прекрасный сорт, долго хранится, до марта месяца спокойно он хранится. И в марте месяце прибыль. Хорошо, отлично. Вы на ярмарке, на выставке какую продукцию для себя, для семьи приобрели? Ну вот, были на ярмарке, там купили, мы приобрели и картошку, огурцы, помидоры взяли. Много семян я приобрел. Думаю, что они там у нас примутся. Посмотрим. Все эти предприниматели, все, кто производил, очень приятные, добрые люди, которые отзывались на все, отвечали на все вопросы, ничего не скрывая. Отлично, отлично. Здесь вот в этом саду я бы хотел предложить развести пчел. Так. Установить эти пасеки. Вот за вами как раз пасеки же стоят. Да, да. Вот. Он, оказывается, то уже начал. Да. Здесь огромный сад, там сады, кругом сады, везде цвет. Во-первых, я здесь, в Киргизии, долго жил. Я людей знаю, приятно, поэтому, я думаю, еще буду здесь.